умер во сне. Каждый день меня все сильнее удивляет то, что я еще жив. Ты знаешь, когда доживаешь до 30, приходят мысли, куда идти теперь. Что тебе делать дальше в мире, где каждый шаг, блин, оплачен? И все ли ты сделал, что было нужно? Получил, что заслуживал, кружился, ради чего эти годы эмили, или тебя отказлили и слили. Мои друзья терялись и умирали, мои женщины стояли и предавали меня. Едва ли в этом есть что-то новое, но это было со мной, и это моя боль. Все, к чему я шел, оказалось блефом. В мире, живущем по Карнеге и грехам, я топчусь на месте, как клоун нелепый, брошен и пуст, не злак, а прыгал. Я так и не могу смотреть на вещи просто. Так и не в силах никого называть боссом, так и не смог стать ни слепцом, ни блестью. Походу с реальностью я не поладил. И когда я стал наблюдателем, предателем этого мира, его неприятелем, и как там клёво все это, не кажется, я здесь, потому что вокруг нас матрица. И кажется, я знаю, чем кончится это шоу. Я не думаю, что хорошо, но что мне пока делать? Лишь петь и ждать, и наблюдать. Все мы Алисы и белые кролики. Колокол, знаешь, звонит покой. Воли достанется всем поровну. Но тоже как можно, я не буду хорошим, я наблюдатель. Я гость не прошлым, я впрочем. Все мы немного лошади в крошеве, безнадежных жизней. Все мы судьбой не обрезаны. Но где они, избранные этой матрицы? Что всем катит, то как оно катится? Живи как назначено. Типа, значит, не прыгай выше головы, отчикают начисто. И тогда не протиснув молодым, если ты найдешь себя совсем в другом месте. И вряд ли там тебе будет весело в окружении чужих людей и песен мы. И мне нужны силы держаться дольше. Здесь ты не как удары по взорке. Здесь все ночи тренинга горше. Здесь не кровь выступает на коже. И отверстие рты забивает снег. И не медом и млеком, а кровью текут реки. И спросить некого, зачем он нас оставил. Представил нас, а затем подставил. Нас они причину, чтобы быть лояльным. Хоть одну причину, чтобы играть по правилам. По правилам. Это для нормальных, мэн. Для тех, кто не наблюдатель. Правильно? А впрочем, оставить капризы. Кто же будет призван стать избранным? Ты или я? Я не знаю пока. Я пока наблюдаю и жду звонка. Все мы Алисы и белые кролики. Колокол, знаешь, звонит покол. Коли достанется всем поровну, но делится тех, кто глядит в мою сторону.